Танюшу похитили. Не успела певица прилететь в Алматы, как ее отправили в заточение. Причина – уж слишком добрые песни. К счастью, этот инцидент приключился с артисткой лишь на сцене Дворца Республики, где исполнительница представила самым маленьким жителям южной столицы новогоднюю историю будущего. Не по-январски теплая погода вмиг изменилась, когда в Алматы приехала Анюша. А это значит, певица и ее команда действительно работают профессионально. Раз уж пообещали зрителям настоящую зимнюю сказку, надо слово держать. Мальчишки и девчонки, а также их родители пребывали в предвкушении новогоднего чуда. Ведь такую уникальную шоу-постановку с фокусниками, иллюзионистами и лучшими танцорами, по словам организаторов, еще никто из артистов не делал. Кто тебе больше нравится, Нюша из «Смешариков» или Нюша-певица? Нюша. Какая? Просто Нюша, певица. Смешарики. А что ты сегодня подаришь Нюше? Я не успел приготовить. Я изобрела колечко и браслет из резинок. Что ты сегодня подаришь Нюше? Себя. Признайтесь нам честно, кто больше хотел сегодня увидеть Нюшу, вы или ваши дети? Дочка старшая. А вам разве не хотелось посмотреть на Нюшу в откровенных нарядах? Ну, тоже. Однако тех, кто мечтал увидеть Нюшу в привычных для нее сценических костюмах, ожидало разочарование. Сказка-то детская, и поэтому все было чинно и благородно. Но малышей певица все же заставила попереживать. По сценарию знаменитость похищает злодей Стигматон и отправляет ее в будущее. Но нашлись два смельчака, которые готовы спасти исполнительницу. Стоит ли говорить о том, что все заканчивается хэппи-эндом? Приятным бонусом стало исполнение Нюши в течение всей новогодней истории ее песен. Основная аудитория этого спектакля – это, конечно же, дети. Как вам кажется, они понимают то, о чем вы поете? Мне кажется, что вообще мой зритель, мой слушатель, он, безусловно, по-разному всегда понимает, и мне это нравится. Более того, мне бы хотелось, чтобы так меня воспринимали, и хотелось бы, чтобы каждый человек по-своему раскрывал идею и мысль. Ты знаешь, что такое цунами? К слову, не огорчило звезду мюзикла и то, что зрительный зал был наполовину пуст. По словам певицы, она этого даже не заметила, а отсутствие настроения – результат долгого перелета. Все замечательно, просто мы сегодня немножко устали, у нас была очень сильная задержка рейса, и только что был спектакль, мы сейчас готовимся уже к новому, поэтому, в общем-то, все хорошо. Я просто стараюсь быть в балансе. Вам удалось побывать в будущем, в 2090 году. Скажите, курс рубля восстановился? Вы знаете, я была просто в таком заточении, никакой информации извне не получала. Поэтому не знаю, надеюсь на лучшее. У самой Женюши в планах на ближайшее будущее немного отдохнуть. Ведь весь 2014 год она пахала как лошадка. Теперь же настало время вслед за звездными коллегами полететь в жаркие страны и, как следует, прогреть свои косточки.